Всем привет, ребята! В этом видео я вам расскажу и покажу море в Англии. Какое оно, что оно из себя представляет, стоит ли туда ехать, очень ли холодная вода. Я бывал уже в двух местах, это Stone Beach и Brighton Beach. Конечно же, в одно место я поехал дешевле, в другое место подороже. Поделюсь своим опытом и расскажу, что и как. Так что смотрите, не переключайтесь, надеюсь, вам будет интересно. Ну и полезно, возможно, быть. В этом видео пойдет речь о пляже Brighton Beach, который расположен в часу езды на поезде от Лондона. Естественно, сначала же мы добрались до Лондона, до Лондон Бридж, станции. А от станции Лондон Бридж мы купили билеты на Brighton Beach. Билеты, если брать на 4, то на одного человека в одну сторону выходит 8 фунтов. Если же меньше, там, скажем, двое, то тогда дороже. Тогда в районе 10 фунтов на человека. В поезде, в котором мы ехали, есть как первый класс, так и обычный класс. Первый раз, когда мы ехали на этот Brighton Beach, мы сели в первый класс, так как не было никаких мест, чтобы сесть в обычном классе. Мы просто себе сели, и нас даже никто не проверял. У нас билеты на первый класс или не на первый. Мы просто не хотели сидеть. Вот. Надо.
Как вы видите, пляжи из камней. На улице достаточно тепло, даже, я бы сказала, жарко. Я уже полностью загорел, уже черный. И что бы хотелось отметить насчет воды. Вода, конечно же, прохладная. Даже сказать холодная, можно так вот ее назвать, спокойно. Поначалу, когда заходишь в воду, да, есть какие-то камушки, камни. А чем дальше уже идешь, такое ощущение, будто под ногами как будто какой-то ковер. Я так предполагаю, что это сделано людьми, вот, чтобы люди могли нормально себе купаться, плавать. Нормальные такие сделали пляжи.